Энергообъекты Сочи на сегодняшний день самые инновационные в стране, как в плане оборудования, так и в плане технологий. Федеральная сетевая компания завершила на курорте беспрецедентный проект комплексного развития энергосистемы. Сегодня объекты города стали площадкой для обмена опытом между энергетиками со всей страны. И семинар по развитию взаимоотношений с потребителями в Сочи тоже не случайен. Именно в Олимпийской столице была проведена работа по технологическому присоединению спортивной и социально значимой инфраструктуры в максимально сжатые сроки. Подключение всех олимпийских объектов потребовало совершенно новых методов в оформлении документации. 110 олимпийских объектов, более 400 заявок от других потребителей. Общая там присоединенная мощность на период проведения Олимпиады составила порядка 400 мегаватт. Вот именно этот опыт, он сегодня полезен в целом для федеральной сетевой компании, для любого филиала в России. Также сочинский семинар для специалистов ФСКС – это возможность выработать новые схемы работы, отмечает заместитель председателя правления компании. Учитывая и то, что в последнее время достаточно много изменений внесено в законодательство, касающегося правил технологического присоединения. Обсудят здесь и изменения с тарифообразованием, а именно исключение роста тарифов естественных монополий. На следующий год рост тарифа на нулевом уровне его не будет, поэтому с учета того, что компания должна и сети должны развиваться, должны работать с потребителем, строить для них новые мощности, обеспечивать своевременное присоединение, но при этом источники финансирования, как-то тарифные прежде всего в очередь, они исчерпаны, их нету, поэтому необходимо искать внетарифные источники, работать здесь ближе с потребителями. На сегодняшний день федеральная сетевая компания продолжает реализовывать крупные проекты в Южном округе, направленные на повышение надежности электроснабжения в нашем регионе. Галина Моисеева, Ингагабеша, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.